маленькое помещение, очень было много людей, там где-то было порядка 600 человек. Грязный, как раз задержка была, то есть люди не выходили долгое время, и очень много водителей. Ну, погибшие это водители, которые ожидали, громадиновские водители. И те водители, которые встречали людей. Ну и плюс я видел двух приезжих, то есть увидел женщину, и японка или китайка, которая лежала чемоданом вместо ушла. То есть кто выходил. Ну, в момент взрыва она там проходила просто мимо. Le sang, потому что все полетело на меня, то есть от этих людей, которые взорвались, все на нас. Потому что я стоял прямо и вот на обратный взрыв. А вы не пострадали? Да, то есть осколки у нас не задели. Ну что, вы сейчас будете домой? Вы сейчас домой поедете? Близко волнуется. Вам какую-нибудь помощь сказали, что ли? Какая помощь у нас может? Не знаю, это очень трудно. Если президент, я не знаю, там пострадавшим поможет, конечно, будет какая-то помощь. Пока помощи никакой не было. Никого не дам номер, чтобы звонить? Ну, конечно, как-то. Сильный взрыв вошел. Я до сих пор, у меня левое ухо не слышит, да, у меня контузия еще сильно. А как близко вы к нему были? А? Как близко вы были к взрыву? 10 метров. Ну вот там сейчас что, там воронка, это вот что вы видите? Там ничего нет, там никакой воронки, ничего нет, все чисто. Но никаких металлических предметов не было, да? Не было металлических. Потому что металлические были бы, мы бы просто за мной представили, они были бы посечены, никто не посечен. Те люди, которых я выносил, которых я вел там в аптеке, они все совсем другие повреждения.